OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Украинцы очень волнуются, что внимание к ним падает. Как вы видите потенциальное развитие этого конфликта? Хватит ли у Запада оружия и на Израиль, и на Украину? У Запада пока хватит оружия и на Израиль, и на Украину, тем более, что у Израиля своего оружия более чем достаточно. Вот. Но то, что касается ослабления внимания, это безусловно. И дело даже не в самом ослаблении внимания, понимаете? Дело в том, что в Европе, по крайней мере, да и в самих Соединенных Штатах, начинают звучать отдельные голоса разума, которые говорят: слушайте, сколько можно дальше там? Хорошо, сделали эту черную дыру в центре Европы, куда уходит все и вся, а потом это все всплывает в том же Хамасе. А сколько оружия, которое ушло из Украины, осело в европейских городах? Никто же не знает. И когда оно заговорит, в чьих руках оно заговорит? Тех 40 миллионов мусульман, которые живут в Европе сейчас, очень даже может быть. И что потом они будут делать? Спасибо, специально посмотрел. Значит, в армии Израиля, в Цахал, служат, кроме евреев, также друзы, черкесы, бедуины. Вот это основные нееврейские народности Израиля, исповедующие ислам, служащие в армии обороны Израиля. Да, и служат, кстати, насколько я знаю, служат достойно, блестяще, и в числе находятся в том числе в числе лучших боевых подразделений. Так что это действительно важно, что ты сказал. Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. У них антенна там. Схай, свяжись. Высоту поймай, связь. Здорово. Чем вы там занимались сегодня и вчера? Ну, это интересно. Молодец. И не прослушать, а прослушать не понять. Вот Сергей Кожугетович, золотые люди. Золотые люди. Хорошего настроения и всего самого доброго. Я тебя обнимаю крепко. Пока. Целую тебя. Ни хуя не понял. Ну, очень интересно. Победим? Власти ТВ тем временем раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации на войну в Украине. Чиновники заявили о выполнении плана по мобилизации в регионе. При этом республика, которая официально занимает последнее место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, один из лидеров по количеству погибших солдат на войне с Украиной. Наша сегодняшняя история из ТВ о местной жительнице Надежде Байкара. Военная служба забрала у нее дядю, сына и внука. Но она не в обиде на государство, тщательно собирает вырезанные из местных газет некрологи соотечественников, погибших в ходе агрессии России против Украины, а также фотографии юных солдат. Надежда уверена, тывинцы под руководством Владимира Путина несут мир в Украину, а ее задача – хранить память об этих миротворцах. Подробности у моего коллеги Марка Подберезина. Пенсионерку Надежду Байкара в небольшом тувинском селе Суж знает каждый. На голове пилотка, такая же, как у дяди погибшего в Украине в 44-м году. На груди георгиевская ленточка. Память о сыне, который участвовал в аннексии Крыма в 2014-м. И внуке. Его отправили в Украину весной 2022-го. Заветной мечтой семьи было купить племенных коров и разводить скот. Гибель мужчин и старшей дочери перечеркнула эти планы. Мы все хотим этих телок иметь. Вот и все. Все трое хотели, все трое ушли в небеса. А мой Алтынкарев внучек, родина защищала, Россию, спецоперации. Я горжусь. Ничего, будем жить. Будем жить, не унывать, а слезы протирать. Понятно? Кладбище города Кызыла, столицы ТВ. С памятников смотрят молодые ребята в военной форме. Над могилой реет флаг ВДВ. Большинство родственников уверены, эти бойцы пали за благородное дело. Никто не плакал, понимаете, вот провожали на фронт, на войну, собственно говоря, никто не плакал. То есть то ли
Вот такое спокойствие внутреннее, убежденность какая-то, что все будет хорошо. В недавно отремонтированном местном доме культуры Надежда организовала кабинет народных традиций. Иконы и старые самовары здесь соседствуют с некрологами погибших в Украине. Героические солдаты, защитники Отечества, значит, России. Спецоперации. А превратились в белых журавлей. Здесь же фото мужчин из нескольких поколений семьи Байкара. Большинство служили в силовых структурах армии, МВД, ФСБ. Если понадобится, Надежда и сама готова, несмотря на возраст, отправиться на фронт врачом. Она уверена, и 10-летний внук тоже будет солдатом. Да здравствует победа! Победа моих сыновей, отцов семейства моих внуков, спецоперации. Дело наше правое, и победа будет за нами. Надежда жалеет, что так и не побывала в трех местах – Москве, Санкт-Петербурге и Иерусалиме. Теперь она надеется посмотреть на эти города с небес вместе с погибшим сыном и внуком. Ну а Республика Тыва продолжает лидировать среди всех регионов России по количеству погибших солдат в Украине в пересчете на все население. Здравствуй, друзья. Воздуха набрали. Поехали. На чужую страну напал, выиграть войну не может. Все, передвигается только по ночам. На черной машине, с тонированными стеклами, в черном плаще. Товарищ Степан Иванович, объединенную группировку войск решает дальше ответственность плановой операции. Ну тут по лицам все сразу понятно. Все идет строго по плану. Вот уже 600 дней. За это время Киев... За 3 дня уже 200 раз должны были захватить. Не захватили ни разу. А 1 раз даже сдали назад. Все цели будут выполнены. Запад дрогнул. Кстати, задача со звездочкой. Попробуйте найти 5 отличий между генералом Паулюсом в советском плену и генералом Герасимовым, который пока на свободе. Люди с пустыми лицами сидят над пустыми картами, а по телевизору говорят, что все это имеет глубокий смысл. О том, что конфликт вскоре может выйти за пределы и Израиля, и Палестины, говорит и решение Белого дома об эвакуации почти 700 тысяч американских граждан из Израиля и из Ливана. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». По оценкам Госдепа, в момент нападения боевиков «Хамас» в Израиле находились около 600 тысяч американцев и еще 86 тысяч в Ливане. В эвакуационной операции могут быть задействованы самолеты ВВС и военные корабли, которые в этом месяце в большом количестве прибыли в регион. По словам генерала Райдера, переброска была из-за усиление угроз для интересов США в регионе. Вот прямо так и сказал. Исходят эти угрозы якобы от Тегерана и его прокси.